У регіоні спеціалісти означають тенденцію до поменшення викритих випадків ВІЧ. Коли у 2017-му у Приньомині було відзначено 44 нових факта, у 2018-му – 34 за аналогічний період. Идет снижение. Ранее такие серьезные, как мы говорим, эпидзначимые территории, это был Лидский район, Слонимский район и город Гродно. Сейчас на этих территориях идет относительная стабилизация процесса. Единичные случаи регистрируются в Ашмянском районе, в Волковыском районе. Специалисты означают, что половый шлях передачи инфекции застается основным. Однако у шерегу районов, у тем лику у городе Гродно, на первый план начинает выходить парентеральный шлях передачи. При этом, как свечит статистика, перестает лидировать молодь. Такая тенденция – выник профилактично-тлумачальной работы об небеспеце ВИЧ-СНИДу с этой группой насильства. Зараз же у регионе переважает узростовая группа 40 год и старейшие. У целом же у Грозинской области по опошних даденных зарегистрировано свыше 1000 ВИЧ-инфицированных. По области у нас зарегистрировано 1129 случаев ВИЧ-инфекции. На 1 мая 34 случая ВИЧ-инфекции. Людей, живущих с ВИЧ-СПИД, 869.